предлагаю вам простой рецепт быстрого и очень вкусного супа с сосисками. Изюминкой этого супа является консервированный горошек, который придает блюду особый аромат и новые оттенки вкуса. Рецепт, как приготовить быстрый суп с сосисками, настолько простой и понятный, что даже не разгуляешься с описанием. В этом моем рецепте не будет никаких секретиков и долгих пояснений. Уверена, вы сами знаете, как приготовить суп с сосисками, просто никогда не задумывались об этом и не готовили, так что вот вам идея, а дело за вами. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все необходимые ингредиенты, картофель, лук и морковь очистите, воду поставьте на огонь, пусть закипает. Картофель порежьте небольшими кусочками, лично мне нравится, когда картофель в супе порезан очень мелко, отправьте картофель в кипящую воду и варите 20 минут. Тем временем на мелкой терке натрите морковь, а луковицу порежьте мелким кубиком, обжарьте овощи в небольшом количестве растительного масла. Сосиски порежьте кружочками и обжарьте вместе с луком и морковью всего пару минут. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Когда картофель будет почти готов, отправьте к нему вермишель и варите 2-3 минуты. Отправьте в суп консервированный горошек. И сразу же добавляйте пассерованные овощи с сосисками, посолите по вкусу и варите еще пару минут, затем снимите суп с огня и дайте настояться в течение 15 минут. Вкусный, ароматный суп с сосисками готов, подавайте его с белым или черным хлебом, сухариками и обязательно с зеленью. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Вода, 2 литра. Картофель, 3-4 штук. Морковь, 1 штука. Лук, 1 штука. Сосиски, 3-4 штук. Горошек консервированный, 120 грамм. Вермишель, 70 грамм. Соль, по вкусу. Масло для жарки, 1 столовая ложка. Количество порций, 3-4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. До свидания.